такой нищий луган, знаешь, блядь, вчера, блядь, ехал я, во сколько, 6 часов, вообще хуй, блядь, проедет. А накупляли, блядь, машины, ебануться отвала пьяные. Мустанги, Шелби, Лексусы. Алло, алло. Ничего, бабки получил, бухой, а что ты хочешь? А? Сколько надо? Ну я в такси еду, нахуй я буду человека шокировать? За половину работы, хотя в два раза больше. Ты сколько получил? А? Лёш, говори громче. Ты сколько получил? А, я понял, все. Ты сейчас приедешь и деньги будешь получать, да? Ну, 5 пятёрок. 5 пятёрок. 5 на 5 умножить. Да хуйня это ненормально. На 2 дня человеку погулять. Ты Саня, ты за паспортом поехал, да? Все, смотри, там последние цифры смотри, чтобы я тебе не напоминал. И домой, ну, в столовую нести, понял? Что ты агакаешь? Давай, чтобы я тебя ждал не пустым. Ну, пока Борисович в отпуске, побудешь там, потом сюда придешь, понял, да? Ну, Леш, ну пока так-то, понял? Все, без обид, там. Я хотел этого динозавра, блядь, отдать, блядь, нахуй, нихуя, блядь, ты заебал, нахуй, как проститутку, блядь, меняешь, блядь. Все, Леш, ну побудешь там, блядь, ну, месяц, потом придешь ко мне. Хорошо? Все, давай, тебе удачи. Все. Как приедешь, это набери мне обязательно, я тебе скажу, что покупать. Лёхе сказали, паспорт получил. Говорит, ты там задние цифры глянь и позвонишь мне, когда будешь покупать, я тебе скажу, что нет. Говорит, вот эти деньги. Ты ему вообще 19 лет, чего 18 лет. Это пепси. Я даже пепси не заплатил. Да нет, запах не пепси. Ну, не водки, да? Да. Аж тебя чума.